Приветствую всех посетителей интернет-магазина «Купи сувенир». Сегодня мы снимаем видеообзор про такой чудесный декоративный фонтан, который называется «Сила воды». Не буду пока вдаваться в подробности, просто расскажу, как собрать фонтан в домашних условиях. Фонтан мы отсылаем разобранным частично, дабы он не повредился при транспортировке. У нас есть три элемента. Сам фонтан, шар, который вращается, и электрическая помпа с осветительным элементом. Значит, как это все происходит? С обратной стороны фонтана у нас есть вот такая вот замечательная трубка. В эту трубку мы должны продеть осветительный элемент. Причем так, чтобы его поместить под самый туда верх, именно под верх шара. Вот, вы видите. Когда мы это сделали, мы берем нашу помпу и подключаем ее к нашей трубочке. После этого помещаем помпу вовнутрь фонтана. Вот таким вот движением туда помещаем, она там устанавливается на самое дно. Продеваем сюда провод, оставшуюся часть. Берем нашу водичку и заливаем вовнутрь фонтана до того момента, как помпа должна полностью погрузиться в воду. Когда эта вся процедура произошла, мы можем подключить фонтан к сети электропитания. Дальше у нас наблюдается вот такой чудесный эффект. Водичка течет через фонтан, спускается по желобам и крутит такую нашу водяную мельницу. Фонтан станет замечательным украшением вашего интерьера, придаст ему экзотичности. Людям, которые любят наблюдать за течением воды, поможет успокоить их нервную систему. Также немаловажно то, что при движении воды она имеет свойство испаряться, тем самым немножко увлажняя помещение. Это будет полезным для маленьких детишек, если у вас есть такие в доме. Поэтому не теряйте ни секунды, заходите в наш интернет-магазин и покупайте такие стильные и чудные вещицы уже прямо сегодня. Спасибо вам всем за внимание.